В Турции Всемирная ассоциация казахов широко отметила 25-летие независимости страны. По случаю приближающегося праздника там состоялся торжественный концерт. Незабываемый вечер землякам подарили казахстанские исполнители Женис Искакова, Рамазан Стамгазиев, Улту Кабаева и Конор Тобы. Яркая программа привлекла внимание представителей не только казахской диаспоры, но и местной интеллигенции. За четверть века, по словам турецких представителей, Казахстан сумел стать государством с мировым авторитетом. Никогда еще не видел, чтобы на наш праздник собиралось столько народу, что внутри, что снаружи, многолюдно. Они пришли поздравить Казахстан с 25-летием независимости. Этот день отмечают не только в Стамбуле, но и везде, где живут наши соотечественники. Пусть развивается Казахстан. К 25-летию независимости Республики Казахстан мы вместе с творческой группой решили приехать в Стамбул, чтобы организовать праздник для проживающих здесь наших земляков. Также мы планируем отправить поздравительную телеграмму главе государства Нурсултану Назарбаеву. Такие мероприятия проведем не только в Турции, но и в Узбекистане, Кыргызстане и в других странах.